знак не поставили. Маршрутка стояла, и мне этого барьера видно не было. Я обгоняю маршрутку, и стоит барьер. Что мне делать? Бить барьер? Я ж, получается, на обгон иду, и меня раскрутило. Резкие два поворота я сделал при скорости 65 км. Дальше перевернуло на рельс. Протянуло от скорости. Ну, я же говорю, что проскользили еще по рельсу. Ну да, чуть-чуть. А там, где милиция стоит, а там где-то меня перевернуло. Что это, блин, из-за этого? Я буду подавать в суд. Так а вчера вы говорите, что из-за этого барьера была авария, да? Была. И лоб была авария. Так если вы знали, что вчера был барьер, то что же вы сегодня туда? Как-то я забыл. Здесь стояла пыль, машина лежала на крыше вообще на рельсах. Потом мужики подбежали.